Всем привет! Меня зовут Юрий Калика, и сегодня я хочу поделиться с вами опытом эксплуатации чехла-держателя для телефона Givi S956B. До него я пользовался разными безымянными дешевыми чехлами, но вечно что-то с ними случалось. То крепление расшатается, то протекает сильно станут под дождем, то молния сломается. В общем, устал я от этого всего и решил установить этот чехол-держатель Givi. И, честно говоря, был приятно удивлен той продуманностью и наличием разных фишек в этом аксессуаре. Он легко крепится как на руль, так и на зеркала или любую рамку от 8 до 35 мм диаметром и не обязательно даже круглой формы. У него есть быстросъемная конструкция с цилиндрическими креплениями, которая позволяет быстро отстегнуть чехол от крепления. Я, например, так снимаю его, когда приезжаю куда-то, идет дождь, и мне дальше нужно идти до места. С такой опцией можно не вытаскивать телефон из чехла, а просто продолжать смотреть на навигатор и идти, куда вам нужно. Очень удобно. Или просто, например, снимать его с мотоцикла, если вы приехали в какое-то незнакомое место, и вам необходимо мотоцикл оставить на улице, вы его просто сняли и унесли вместе с собой. Термоформованный корпус защищен от дождя, так же, как и молния, но при этом в нем есть и прорезиненное отверстие, в которое можно вставить зарядку. На случай прям сильного ливня в комплекте идет водонепроницаемый чехол, что позволит вам иметь телефон в зоне видимости и продолжать движение даже под проливным дождем. Когда погода солнечная, то тут уже помогает солнцезащитный козырек, который позволяет лучше видеть экран смартфона. Разумеется, поверхность окна чехла сенсорная, и вы спокойно можете пользоваться телефоном, не доставая его из чехла и даже в перчатках. Также я очень обрадовался страховочному ремешку, которым вы пристраховываете чехол к рулю, и даже если что-то у вас случится с креплением, то ваш телефон не улетит на дорогу. У меня один раз так почти случилось с дешевым чехлом. Спас только кабель зарядки, который удержал телефон, и я успел съехать на обочину и остановиться, чтобы его взять. Внутри телефона отлично фиксируется с помощью липучек и внутренней прокладки. Внутренние размеры данного чехла 79 на 139 мм. Что отлично подходит для iPhone 7, iPhone 6, iPhone 6s, Samsung Galaxy A3, A5 и другие аналогичные модели. Но также у Givi, разумеется, есть чехлы большего размера, которые подойдут для более новых iPhone'ов и Samsung'ов с большими экранами. Что ж, надеюсь, эта информация была вам полезна. Если у вас остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях. Всем пока!